27 января – день воинской славы России, день снятия блокады Ленинграда. Блокада длилась 872 дня. Приглашаем всех желающих принять участие в кинолектории, посвященном 73-й годовщине полного освобождения советскими войсками города Ленинграда и почтить минутой молчания жителей и воинов-освободителей блокадного города Ленинграда. Кинолектория состоится 27 января 20.10 в нашем клубе. Просмотр фильма «Блокада Ленинграда». Приглашаем всех желающих. С вами был я, Белов Владимир. Добро пожаловать на наше мероприятие.